над газом была совершена работа 55 джоуль. При этом его внутренняя энергия увеличилась на 15 джоуль. Получил или отдал тепло газ в этом процессе? Какое именно количество теплоты? Для начала запишем дано. Работа над газом H' равняется 55 джоуль. Изменение внутренней энергии дельта У равняется 15 джоуль. Найти количество тепла Q. Q неизвестно. Напишем первый закон термодинамики. Количество тепла Q равняется изменение внутренней энергии плюс работа газом. Эту формулу нужно знать. Воспользуемся формулой. Тогда у нас получается, что количество тепла Q равняется изменение внутренней энергии плюс работа газом. Работа газом А будет равняться минус работа H', где H' – это работа над газом. Подставим нашу работу А в выражение для количества тепла. Тогда у нас получается, что количество тепла Q будет равняться изменению внутренней энергии минус работа над газом H'. Подставим сюда наше значение, найдем результат. Тогда у нас получается, что Q равняется изменению внутренней энергии минус работа над газом. Посчитав, получаем, что Q равняется минус 40 джоуль. Запишем ответ. Количество тепла Q равняется минус 40 джоуль. Отсюда мы можем сделать следующий вывод, что газ отдал 40 джоуль. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.